Мы получали информацию о том, что происходят отрицательные шаги, которые касаются СМИ, свободы слова. Вот, насколько я узнал, даже в последние дни уже под угрозой еще одна станция, которая кому-то не нравится. Если кто думает из официальных властей здесь, сейчас, что коммунистов можно запугать, что прикрыть одну, две, три радио или телестанции – это выход из положения, как не дать возможность высказать мнение коммунистам. Тут, конечно, ошибаются. Мы будем продолжать давать возможность выходить в эфир и информировать в Евросоюзе нашим коллегам в любой момент.